студенты, желанные гости в музее-заповеднике Пушкина. Ребята проходят практику. Многие изучают реставрационное дело именно здесь. В этот раз лекцию читает директор Александр Рязанов. Трехдневная практика, они знакомятся с усадьбой, знакомятся с фондами, работаем с самого музея, как проходили реставрационные работы, как можно было вот из руинированной усадьбы превратить ее в образцово-показательную усадьбу. Слушатели – студенты Института славянской культуры. Ребята в течение трех дней изучают опыт сохранения культурного наследия на примере восстановления усадьбы Голицыных и парка Захарова, где Пушкин провел свое детство. Молодежь готова заниматься музейным делом. У нас тоже постоянно обновляется коллектив, поступают молодые люди на работу. Не только одни бабушки и дедушки работают в музее. Вот, довольно много молодежи. Это интересная работа. Она интересна тем, что в музее, когда проводишь экскурсии, так же, как театр, ты находишься на сцене перед артистом, перед своими зрителями. Музей – это постигаешь очень много нового, узнаешь и каждый день учишься. Музей-заповедник Пушкина пользуется популярностью у жителей. Кстати, по посещаемости он на первом месте в Подмосковье. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».